Всем еще раз привет, всем доброго вечера. Мы продолжаем, уже заканчиваем нашу трансляцию. Последний матч на сегодня турнира Nyanyang Championship. Азиатская квалификация. Команда Space Creators против команды TRC Pro Team. Это полуфинал лузеров. Игра, соответственно, на вылет. Все лузеры играются в формате Best of One, так что проигрывать тут нельзя. Кто проигрывает, вылетает. Глянем мы на сетку, дабы вы поняли, что происходит. Ну, в общем, вот как-то так. Победитель проходит в малый финал лузеров, ну и там, опять же, шансов на ошибку уже быть не может. Только лишь в гранд-финале можно будет проигрывать. Такая вот ситуация. Ну и насчет команд давайте поговорим. TNC против команды Space Creators. Есть фаворит. Это команда TNC. На них коэффициент 1.4, на Space Creators 2.3. По сайту GamingBets смотрю. В общем, фаворит, с одной стороны, есть, но Best of One, то есть рулетка, поэтому, возможно, какой-то перепик противника и так далее. И может произойти все, что угодно. Было бы BO3, можно было сказать, что да. Тут у нас есть фаворит, а так, не могу сказать, что есть какой-то выраженный фаворит. Все на равных играют, и тут Эльда решает доля удачи, притом не маленькая. Ну да ладно, Space Creators банят Undying, Draw Range, берут себе Dazzle и Шторм Спирита, Team C Pro Team банят Туска и Шейкера, забирают Баратрума и Дараксира. Space Creators дальше банят Сайленсера Темпларку, Team C отвечает пока лишь только Хускаром. Снова Шторм Спирит залетает, герой, который выпал из мета, перестал он браться, но при этом сегодня нам показали, что может этот герой творить много. И может быть полезным для своей команды, но опять же, контрится он наличием дизейблов, сайленсом. Пока у TNC с этим не так все хорошо. Да, Баратрум, но там надо очень сильно рассчитывать на то, что тебя будут постоянно вести на баше. Надо какой-то хороший дизейблер, либо сайленс. То есть какая-то возможная виверна, которая есть в наличии для команды TNC Pro Team. Я думаю, что именно ее нужно забирать. Может быть, Эншита Паришна, которая, в принципе, контрит Дазла. И вот эти два саппорта, по-моему, идеально подходят и под Дараксира, и против Дазла. Так что вот Виверна плюс аппарат. Ну, если это Баратрум, конечно, ну да-да, отбой. Баратрум-то у нас уже саппорт. Значит, дилемма, либо Виверна, либо аппарат. Два варианта остается саппортов, которые здесь наиболее заходят в пик команды TNC. Еще раз расскажу, почему нет игры Monkey Business и команды New Team 1-2-3. Давайте объясню, потому что в чате люди почему-то не хотят понимать. Ты им говоришь, ты им пишешь, они такие: нет, ты говоришь нам неправду. Так вот, команда New Team 1-2-3, как вы знаете, развалилась. Там неполный состав. И сейчас все ребята, которые ушли с этой команды, там два человека осталось, по-моему, в любом случае они играют в квалификации, открытые в данный момент, так что им не до The Summit. У них есть реальный шанс попасть на мейджор, и поэтому они пока не особо готовы играть The Summit. В то время как Monkey Business, они приглашены в квалификации, им не нужно ни о чем думать, но вот миксам думать нужно, поэтому New Team 1-2-3. В лобби не пришли, вынуждены были админы поставить им поражение 2-0. Ну и на этом, собственно, та игра и завершилась. Так что следующий матч будет в 21:00 на этом же канале. Через полтора часа будет здесь сидеть Каспер. И будет просто заруба нереальная. После этой карты будут Альянс и Cis Rejects. Это будет очень клевая карта. Так что не уходите, смотрим здесь доту вплоть до самой ночи. Реально будет очень круто. Банится Бисмастер TNC последним баном и Дизраптора себе забирает. Space Creators отвечает Бристлбеком. Но вот все-таки Дизраптор в пике. Но Дизраптор неплох в плане того, что если Шторм ловит Глимс, тут еще и Думбрингер, ну так вот, ловит Глимс. Там Статик Шторм, Кинетик Филд и все, Шторм уже улететь никуда не может. Дум неплох с Аганимом против Бриста. Думаю, понятно почему. И Дум, в принципе, сейчас заходит очень неплохо в пике. Левел Деса мы там кулдаун уменьшили.
Да, и до этого он был герой боевой, просто про него забыли. Я всегда удивлялся, особенно против Личрака того же, почему Дума не брали, почему его не пытались брать всегда. Потому что Дум и против Шторма залетал, и против Квапы, и против Лешего. Просто жмешь одну кнопку, и все, и героя нет на карте. Герой, который там имбалансный и так далее, его просто нет. Та же Лина. Там было много героев, которые пикали Смит и убивали. Но вот как-то про Дума позабыли. Сейчас ему апнули совсем немножко этот левел Death. И все, герой вернулся. Герой, который при этом обладает возможностью фармить в лесу, если на сложной линии все плохо. Это не так уж и плохо. Но это Дум-то фармящий. Это Дум не какой-то там оффлейнер. Это Дум мейн-кэрри. И это Дум, если будет какой-то фаст там Мидас, Блинк, Аганим, Рефреш, Кираса, то Дум этот просто берет Дум Бриста, Дум Шторма, и все, на этом файт завершается, в принципе. Лешрак, вспомни героя, вот и он появился, да. Ну, очевидно, на позиции саппорта будет стоять. Забанили Виспа, TNC против Тим. Неужели это Лешрак не саппорт? Не верится мне, прям вообще не верится, ну вот, TNC, видимо. Подумали, что это может быть какой-то кор-герой. Не знаю, не знаю. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team. Банится Джиггернаут. TNC про Тим. Как раз таки они использовали Джиггернаута соломит, они использовали и Гирокоптера соломит. Любят их вот так вот. Не то что экспериментировать, но использовать не самые стандартные комбинации, в принципе, героев на нестандартных линиях. У них это получалось неплохо. А он как раз таки товарищ Тихин в Джиггернауте был на миде и просто всю команду противников убивал. Ну вот раз это Фантом Лансер. Соломит. Я думаю, именно так. Который также неплохо контрит и Бристлбека, и Шторма, и того же Лешрака, имея Diffusal Blade в руках. Там это беда. В общем, пик у TNC мне очень нравится. Я не знаю, чем Space Creators ответят. Будет это реально саппорт, и леший кор-герой, либо же доберут тебе какого-то нормального персонажа, как понимаю, на позицию. Ну, либо оффлейн, либо кэрри. Потому что как цеплять Лансера, это вопрос. Да, Vortex круто, но пока ты долетишь до Лансера, он уже в топил уйдет. Ну, вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Свен, который иллюзии убивает в два счета. Ну, вот так вот, да. Да, почему бы нет? Вопрос, сможет ли этот Свен заехать? Будет ли он фармить? Нормально фармить? Это уже другой вопрос, потому что Свен все-таки требователен к фарму. У него очень маленький монопул. То есть стана там не пораскидываешь. У него, в принципе, на тапе лейнинга не все так просто. Он милишник. И если как-то качественно Траксер будет мешать, то будут проблемы. И Баратрум прибегать будет. Вообще брать милишника кэрри, да, против Траксера, это уже самоубийство отчасти. Потому что Iron Shell жить не дадут. А Свену тем более. Ну, поглядим. Поглядим, что сможет продемонстрировать нам конкретно команда СКТ со своим Свеном. Да, готовы, ребята. Ну и TNC, видимо, тоже. Команда TNC. X-Lucky на Дизрапторе. AU-2000 на Баратруме. SMH на Дарксире. Тихий на Лансере. И Рейвен на Думбрингере. Ботинок, 4 танкусика и ветка. И такие что у нас будет? Это будет какая-то вообще, может быть, дабла на топе, дабла на ботме. Вполне вероятно. Вполне. Увидим попозже чуть-чуть. Команда СКТ. Туди на Бристлбеке. Годот на Лешраке. Мьюзика на Штраспирите. Вэлла на Свене. И Н на Дазле. Такие вот команды у нас. Напомню, что это Нянянг. Азиатская квалификация, полуфинал лузеров, проигравшая команда квалификацию покидает и остается совершенно ничем. Рейвен выбрал аккуратную позицию, куда точно не полезут.
может быть, постараться заблочить леса, даже по максимальному ставится сентри. На 4 минуты спаун заблочен. Ну и без каких-либо происшествий в начале игры справляются. Оба коллектива. Да, все нормально. Все живут. Забирает на топе руну. Лансер, ну, на ботами, соответственно, забирает Storm Spirit. Благо, это леший не фармящий, это леший саппорт, потому что TNC как-то, может, позабыли, что там патч был, и леший теперь имеет 43 дэмэджа, если не покупает какие-то нул-талисманы, даже с ними имеет очень мало урона. Ну и дабла грозная. Doom против Бристлбэка или Широка. Да, там будут Бристлбэк плевать. Плюс спрейдь, плюс молния, это все равно замедление, это станы, так что помощь не помешает. Дети из Раптора как минимум поставили много вардов, все заблочили, притом этот вард не только блочит, но еще и вижен дает. Ну и Рейвен без трех спаунов, есть тут кентавр, но пока до него дойдешь, туалет пойдет, в итоге вынужден Рейвен стоять без ауры. И Икслаки сентри не прикупил, так что разблочить ничего не получится. Точнее, ничего бы, чего-нибудь не получится, да. На топе. Как же сложно стоять здесь будет Вэлла. Его бросили, у него 0 крипов, 1 денай. Отводы-то, конечно, будут делаться, но я уверен, что Баратрум с Айншеллом от Дарксира может быть буквально под вышки лезть. Извиняюсь, пропустил First Blood на ботами, убили у нас Дизраптора, как-то он полез, словил просто стан и Бристлбэк подспрейл. Подспрейл хорошенько. Прям как Counter-Strike. Спрейл, так что ужас. На топе башки не прокуют пока что. Вэйю 2000, Warcry, Shadow Wave, ну и по-прежнему пока крипов у Свена не очень много. Тут еще Сэм делает отвод, не дает вообще крипов в принципе увидеть для Свена. Ну, знаете, Свен без фарма это бесполезно. Свен. Рейвен с землей. Реген плюс 13. Ну, Довар пока вынужден использовать на обычных крипах. Нет другой возможности. Икслаки не собирается двардить. Хотя деньги есть. На девардинг деньги имеется. Икслаки заденает руну. Или не получится. Икслаки, а не дотягивается. Обидно. А там, слушайте, не пошел ведь Мьюзика. Не пошел за руной. Лол. Вот это забавно получается. Ну... решил не рисковать. Знал, что Дизраптор ушел, а вдруг он там не один, а Баратрум на лейне не видно, вот только-только он появился, и можно было получить по голове и погибнуть. Это, конечно, не стоило руны. Слаки, Глеймс возвращает назад лишь Рака, ну и лишь Рак остается без убийства. Рейвен убивать сложно, да, молния, но сейчас земля откатится. Стан неточный, а на развороте может быть, ну, на развороте сложно. Пока что Doom не особо убит, у него 0 армора, а с плевками становится еще и меньше. Минус 1, минус 2, мы сами видели прекрасно. Магазин закроем. Ну и Свен по крипстату потихоньку начинает восстанавливаться. У того же Дума все намного хуже, и, как я и сказал, Бристлбэк плюс лишь Рак, лейн неприятно. Хотя вот у того же Леша уже маны 0. У Бриста, ну, не намного больше, надо может флэрить отдать Бристу на Годота. Баратрум. Третий уровень, все, по единичке взял, может быть, пора побегать. Пока у того же Шторма нет ультимейта, попробовать его убить. Забыли мы про мид, да, ну и 14 крипов у Ланстера, 13 у Шторма, денайт примерно одинаково. В общем, тут равенство. Равенство, равенство, целиком одно равенство. Стаки не делаются, ни там, ни там. Так что, пока. Игроки чисто фармят. Баратрум побежал, Мьюзика сильно просел. Можно идти под вышку, есть пассивка. Там фласка, сейф ТП. Дазл его сбивает. Ну, Баратрум-то может еще раз разогнаться. 5 секунд остается до разгона. Мьюзика, еще одна копье залетела. Ну да, можно, можно. Телепорт у Дазла не будет, это известно. И пошел телепорт, дается доппельгангер. Шторм, баши не прокуют, еще один удар, баша снова нет, и Ю 2000 уходит, там рядом Годот, Годот, молнии, зарядил, а вот он и Лаки, глимсанули подальше, Мьюзика копье почти уже зарядил, тихий, немножко не хватило, но Баунти руну при этом контролит, Шторм
тут пойдет либо на базу, либо там пофармит в лесах, и потом на базу пойдет. Потому что на лейн возвращаться с такими хп не стоит, иначе можно погибнуть. Дум, на ботами. Проблемы, земля горит, 25 хп, но стики еще есть, там слишком много зарядов, стики прожимается, стан дает, Рейвен, и вейдить как-то, и доживет. Хотя туди до конца буквально идет, но никого уже не находит. Разгон от Баратрума на Гудота. Гудот без маны, но один в поле не воин. Тем более Баратрума в самом деле все это гладко. 400 хп всего. Лучше не лезть. Ну, короче, пока, знаете, равенство идет. Не могу сказать, что какая-то команда доминирует. У того же Свена уже топовый крипстат на карте, по сути. ПТшки. Может быть какой-то блинкдаггер, может быть какая-то обычная маска новым перизом. Разгон на шторма. Шторм сейчас будет ультимейт, но еще его нет, еще немножко надо получить. Вот он, ультимейт есть. Как же не вовремя он появляется для команды TNC, и Мюзика уходит. А Мюзика как раз и радуется. И улыбается как может. Да, развел он Баратрума, чтобы он пришел на мидл. Ну пока Баратрум бегает, прыгает, а когда-то в нулях. Да и фрагов немного, за 6 минут всего лишь один. Конечно, явно не рекорд. Дазл. Почти есть 5 уровень. Будет 3 Shadow Wave, будет немало демеджа. Поставил вард, заблочил спаун. Ну и вижен дает, как-никак, как мы можем увидеть. Такой вот, тоже Баратрума видит, например. Ланстер. Ботинок, Magic Wand. Не удивлюсь, это какой-то фарм сразу быстрых тревелов после ботинка и волшебной палочки. Вполне вероятно. Сейчас эти лансеры, они фармят быстро все. А может быть, все-таки какую-то аквилу хотя бы или брейсер купить-то не помешало бы. Дополнительная хп или аура, она всегда полезна. Да, пока команды посильничают. Ну и Doombringer ушел в леса, оставляет Туди 1-1 с крипами. Годот все понимает, уходит куда-нибудь. Например, на мидл, например, опять же, в чужие леса прийти. Ну и X-Lucky здесь просто получить экспу хотя бы. Да, Bristleback будут фрифармить. Но опять же, это все круто, но если Doom соберет агоним, даст ультимейт по Bristleback, то на этом все закончится. Сколько бы у тебя слотов там не было, все равно будешь проседать очень сильно. Партрица. Да, все-таки ПТ. Все-таки никаких тревелов не увидим. Может, это и к лучшему. С тревелами Ланстер не намного пассивнее. Они сплит-пушат, они приходят в файт, когда у них появляется еще там плюс 2, а то и 3 слота. Тут уже ПТ на ловкость есть. Дэмэдж как-никак, ну, появился. И Дум возвращается назад. А лейн 6 уровень. Появился, кстати, ультимейт. Есть брейсер, фейсбутс. Но, конечно, такого огромного саппорта, как от команды СКТ для Свена, думаю, нет. Ну, сложно стоять против Бриста и Лешего, это понятно. Шторм идет на базу, 7 уровень получил. У Ланстера уже 8. Свенчик маску действительно приобрел. Ну, не обязательно мом покупать, можно выйти просто в блинкдаггер, вырываться, помогать. Всегда по что тут, кроме шторма, инициировать-то и некому будет. А так, Свен прыгнул, стан, убил. Того же Лансера, того же Дума, особенно Дума это важно убивать, пока он там дизейбли находится, а под Свена с блинком можно еще и Вортекса потом прописывать, и Стана Леша, в общем, там вариантов много. Там и хватает, что можно делать. Но пока мы все говорим, а фраг всего лишь один. Не могу сказать, что там как-то прям пассивно играет, просто аккуратничают команды, аккуратничают, реально боятся лезть вообще, в принципе, на героев противоположных. TNC так тем более, они вообще перестали приходить на нижнюю линию, понимаешь, там Бристол и Леша, это легкий фраг. Но это даже хорошо, потому что Godot все-таки в early game на этом Леш-раке, как его бы не фиксили, он очень силен. Замедление и стан, это еще и дэмэдж со стана, и дэмэдж там не маленький, 240 единиц, тут, кстати, стаки для Бриста уже потихоньку делается. Пришел скелетик, ой, скелетик, какой же ты опасный, ну и стак не получается. Да, уходит один лишь дракон. Ну и знаешь, там есть стаки. Ну, Рейвен. 4 стака висит на развороте. Пойти бы. Глимсанули. Дается Дум. Ставится генетик филд. Туди. Очень больно.
И Туди погибает. Да, не успел никак его заденаить. Приходит Шторм, на фулману прилетел. Стан от Свена. Минус Фэнтом Лансер. Что дальше? Надо идти, значит, пушить тогда уж. Слишком много потратили телепортов. Свен ульту подрубил и начинает пить, пилить, пилить, пилить. Экслаки нашли. Молния полетела. Шторм, но фулману не хватает. Возможно, подойти поближе. Еще одна молния имеется, но давать ее уже смысла нет. На ботане вышка падает, на топе Сэм в соло также вышку подпушивает. На Творсе пора взглянуть, на 10-й минуте ровно. Лансер топ-1, и вот эта смерть, она, конечно, явно не к добру. Она явно была не кстати. Сент в итоге получает ассист, получает тавер. Привозит себе все-таки Mask of Madness. Такой прям будет Сэм боевой машиной для убийств. Ну, взглянем, не сыграет ли вот эта вот маска Мэднеса злую шутку с ним, потому что если ты будешь стоять дизейбле каком-то, или на тебе Doom будет под мому, и значит лансер пилить, то дэмэджа будет летать очень-очень много. Но сейчас эффект неожиданности, он присутствует, конечно. Зайду за спину, с мом, стан, там лансер этого будет убивать в секунду. Тем более, почти замакшенная пассивка. Рейд клип, Незер Страйк, по мюзике, мюзик, еще один чардж, ну и минус Транспирит, стан от Свена, и Свен пошел под мом, дается стан от Лишарка, минус Баратрома, у которого, кстати, на минутку 1000 хп, Тихий до конца, воюет, есть Доппельгангер, уходит на лоу граунд, ну и Тихий убегает отсюда. Но размен получился, это все равно неплохой для команды TNC, мидера на саппорт, прям то, что неплохой, отличный размен. Лучше только, если бы вообще Баратром не погиб, но... Тем более, сместили сюда и Свена, сместили сюда и Лешего, и Дазла. По сути, 4 героя были на центре, в то время как Дарксир на топе уже стоит. 11 минут с самого появления на этой карте. Тот же Дум вообще файт не приходил, у него уже барабаны готовы. О, находит Волк, вот это тоже очень важно. Теперь дэмэдж будет выдаваться не маленький. Отнюдь не маленький. Разгон на Дазла, ну я не думаю, что Баратрум врываться будет, хотя копье полетело. Дазл это не самый толстый персонаж, Глимс возвращается немножко не туда, ее ставится. Шеллоу Грейв, Статик Шторм, минус Дазл. На... Немножко бы пораньше глимсанули, и Юб бы ворвался точно куда надо, но... Так или иначе минус, Свен фармит в лесу, понял, что как-то он не прав. Больно, чуть не погиб вот. Нейтральных крипов, Шторм забирает руну. Богатство и уходит. Дизраптор поставит вард. Жалко, что этот вард, конечно, не видит Рошана самого. Прям печально. Ни та, ни другая команда не видит, но... Хоть так. Лансер в инвизе. Там Сентриа, и неужели увидели Лансера? Не факт. Но вот и увидели. Тихий. Айншелл сейчас будет. Грыз, там Дум тем временем штормас грыз вместе с Баратрумом, используя ультимейт, разумеется. И вот он тихий пошел. Эбаут. Но убито не получится уж явно. Бристлбэк. А глимсанули назад! И Лансер как-то не среагировал, инфа не была дана, что Бристлбэк-то вернулся и без хп. Это зря. Так бы, конечно, был бы сейчас изи-фрак. Если бы просто Лансер там остался стоять, но... Не ожидал Дизраптор, что там глимсовать кого-то придется. Может, даже не нарочно глимсануло, просто потому что свою жизнь хотел спасти. То бы именно так. Годот стоит, маны хватает, на молнии, на стан, даже на пульс снова хватит. Стан, телепорт от шторма, полетел, молнии, шторм, влетает, вортекс, все. Очень качественно делает лазер, ждет, пока весь проказ закончится, и... А вот он и Свен, а вот он и ультимейт от Свена, минус лансер, Сэм, надо бежать. Он отсюда, конечно, уйдет, но я думаю, что команда СКТ сейчас будет просто пушить. Надо просто идти и в пуш. И вот он Лингдагер. Все то, что мы говорили. Теперь Вэлла будут врываться, инициируются дальше уже команды. И Леший, и Шторм подоспеет, и там дополнительные дизейблы, и очень неприятные дизейблы. Вот. Свен, слишком далеко, нельзя так заходить. Бот и дефить. Лансер еще не будет 15 секунд, но Дума... Дум-то есть, а вот ультимейт у Дума нет. Айншелл у него повесили, 1000 золота у Дума имеется. Посмотрим, будет ли это выход сразу в Аганим, либо же все-таки изначально выйти в Блинкдагер, дабы врываться. Ну и Смоук. Пойдут мстить. Дум появляется. Да, вот он Дум. Ультимейт есть, и Рейвен. Смоук развеян. Земля горит.
Находит Вэлла. Ловит Незер Страйк. Пошел Дум. Там есть Дазл, он подсейвит. Статик Шторм отлично, Вэлла очень красный. Шелл игры вдается, Дум будет действовать намного дольше. Макси можно заденайть, надо попробовать заденайть. Заденайте же Вэлла, заденайте его. Надо и не денает Дазл. Ой, как неприятно. Размен один в один получается, но проблема у Рэйвена. Барабанщики нажал, стан и выйдет за счет барабанов, как раз таки нажимает. Также поизбутся и отсюда успешно уходит. Паратрум. Разгон. Куда? Куда ты полетел? А там есть уже, в принципе, и Сэм, есть у него третий вакуум. Проблемы у Дазла, минус Дазл. Можно и Туди подцепить. Туди начинает плеваться. Шторм. Вортекс второй наличие. Вакуум. Вортекс. Стан от Лешего. Прожимается Мека. Начинает Паратрум вместе с Рэйвеном напиливать. Минус 4 уже делается суммарно. Погоня за Туди. Тычка критуля прокает от ауры волки. И вот эта критическая атака становится решающей в данном файте. 9-6. Ну и по сути минус 4 сделали за весь файт. Прошел там около 40 секунд. 1700 золота. И самое смешное, что Лансера в файте вообще не было. Его не было в файте. Он просто забил на всех. Он фармил. И при этом и без него справились. Radiant's bottom tower is under attack. Амид возвращается. Дарксир, ну, Дарксир все отлично. Вот эта мека, она сейчас так зарешала. Если бы меки не было, то, наверное, команда Тимси могла бы все погибнуть. Ну и вот после файта у Думрингера появляется Блинкдангер. Сверху имеется 1000 золота. Ну и армить поинт-бустер, выходить выгоним. Это то, что надо. Если мы говорим, ну хотя Бристлбэк пока не является главной проблемой. Главная проблема это Шторм и Свен именно. Но Диффуза уже подошли. Диффуза, кроме того, что сжигают ману, они еще дают немало. Всего плюс 20 к ловкости, а вторые плюс 35. Так, у нас проблемы были у Дазлика. Прилетает Шторм вместе со Свеном, грызут. Уходит в омбле от Баратрум. Пытается эвейдить. Ну, у Рэйвена земля горит. 100 хп, 80 хп. Ну, тут Бристлбэк, да, шанс не оставляет. Баратрум. Разгон. И смогут ли как-то сбить? Леший станчик дать бы. Стана нет, в кулдауне он. И убегает отсюда. Баратрум недалеко, правда. Это зря. Уходи. Уходи отсюда. Пока можешь. Пока можешь, лучше уходи. Думрингер. Везет курьеров. По тайную лавку. Ну дам, дам. Будет покупаться. Point booster и выходить будет Дум. Именно Ваганим Скипетр. На нижней линии Экслаки. Седьмой уровень имеется. Замакшен и Глимс. Ну и 10-7. По нетворцам мы видим, что равенство Лансер, Дум, СВ находится примерно на одной позиции. Там разница буквально 300 золота. Является весьма несущественно. Люди нашли. Кинетикфилд и просто добивают. Да, хотя там Thunderstrike висит, много телепортов, надо просто уходить. Можно еще и глимсануть, кстати, Шторм. Глимс кого-то вернул. Дизраптор, Вэлла нажимает. Варкрай просто уходит. Да, телепортов много, реально много потрачено ведь. Лансер там рывается, Баратрум побежал, дается вип, Атена. Будет слишком много минус армора, лучше отойти. Лучше отойти, иначе будет неприятно. Там он Дазл дал на себя плюс армор в придачу. Только на себя, как понимаю. Нет, на Свана не попал. Забрать вышку. Кстати, очень круто здесь Дарксир заходит. Как раз таки против Свена. Если будет стоять очень клевая стена. Волф реплику идеальную, то жди беды. Потому что люди Свена будут убивать самого же Свена. Ну не только Свена, и всех его еще тиммейтов. На миде. Бедешторм спирита. Лансер в инвизе. На ботами проблемы тем временем. У дизраптора, ну, не особо страшно, это дизраптор. Что-то кликает Лансер, типа, что-то там забыл. Ну, наверное, есть к этому определенную претензию. А дизраптор говорит, что Рошан. Там Рошанчик, возможно. Кстати, с таким-то Свеном забирать Рошан это не грех вообще. С момом, еще с ультимейтом, когда вторым. Там на миде. Успевает уйти мьюзика. Лансер по-прежнему в инвизе. Вот-вот он закончится. Баратрум прибегает. На Вэлла. Копье полетело. Вортекс.
по AU-2000, стан по AU-2000. Есть там Дазл рядом, подхиливают всю свою команду, висит Warcry. Да, тут, кстати, много всего, и Warcry, и Вив можно давать, еще собрать какой-то Crimson Guard, например. Много всяких штук. Мека от Бреста появляется очень позднее, понетворство на уровне Братрума. Да и у Шторма все не очень-то круто, 6000, 333 КДА, ну... Опять же, у того же Лансера 8300. И уже 1500 сверху, а в Курьере, если что-то, Курьер пустой. Ну, типа, Зама, Джекпен, так вело, ботл о себе дают знать. Делают Драптор стаки вместе с Дарксиром. Ну и Дарксир, Гвардиан Грифс, Сол Ринг. Какой-то блинк-дагер ему купить, просто там обрываться, или может даже форстаф от Свена уходить, от Бриста, это очень полезный арт. Особенно от Бристлбека, или от того же Лешего, который замедляет. И тиммейтам помогать, и себе помогать, и может даже кого-то энеми подтолкнуть. Там разные есть варианты, что можно сделать полезного. Экономика. 5000 за TNC, 4000 по опыту, также за команду TNC идут ребята уверенно, но посмотрим, что будет дальше. AU. Неужто фармить Silver Rage против Бристлбека? Дабы убирать Бристлбек пассивку, Свен, ульту, нажал, врыв на AU, даже без помощи Шторма, я думаю, без проблем бы убивал бы его, но решил подстраховать. Мьюзика, или Мьюзика, я вот думаю, как его не читать-то правильно, наверное, Мьюзика. Ладно, неважно. Рейвен на топ полетел. Есть у него дум. Прыгнет туда ли, прыгает не туда. Ну, там видит Тихи. Да, примерно куда пошел Вэлла. Тавр таки не дынается. Катапульта молодец. Катапульта 1. Дум 0. Ну, аганим-то есть почти. Вот с аганимом расчет самое веселое. Потому что файты будут длиться намного сложнее. Длиться они будут так же, а вот проходить будут сложнее, конечно. Герой, который получает дум, должен с файта просто уходить. Ну, либо воевать до конца. Тот же Свен может попробовать воевать до конца, но, правда, он погибнет в любом случае, стопроцентно. Либо его задонает, либо он умрет, и он погибнет. Может быть, против дума какого-то виспа надо брать, да, повисит там на базу, увозил и так далее, или хилла от адова, ну, иначе никак. Потому что дум убивается, гоним без шансов. Баратрум побежал на Дазла, Брейв, Свен, без ульты будут там через 10 секунд, появился Блокин Бар, дум ворвался, дум по... Мюзики, Вэлла пробивает, Ю погибает здесь, ну и Шторм также не ставит долго ждать. Хотя есть Шелу Грей, вот он, Свен, БКБ, вакуум, стяжка, отлично, что дальше? Лансер начинает напиливать, диффуза нажал, ловит Вортекс, Годот без маны, Тихий, Доппелгангера нет, умирает здесь Тихий, пока что 1-0 размен, Баратрум уходит, ну там недалеко ты уйдешь, да? Что дома лет не спасет все красные у команды СКТ, но живут. В итоге 2-0. Свена все вовремя очень появилось, вовремя БКП, вовремя Бладстоун Шторма, который сейчас получает плюс 2 заряда, вовремя еще ультимейт откатился, но Дум дал ультимейт. Не дождались появления просто Аганима. Был бы Аганим у Дума, все было бы намного круче. Но если бы знали TNC, что все пойдет не так, как они хотели. Уходит Рейвен на базу. Может даже дождется Аганим здесь. Вполне, почему не постоять? Деньги капают быстро. Ой. Курьер так делает? Ничего себе. Деньги сыпет. Разгон. На кого же? Разгон на то. Братрум не идет сюда. Файта не намечается у нас. 11-12. Графики в нулях. И по опыту, и по золоту. Бладмейл от Бристлбека. Неплохая идея. Лансер, ультимативная арба. Диффуза, ну и выход. Очевидно. В скаде. Хотя не исключено, что будет появляться манта стайл. Легнисфера, сомневаюсь. А вот манта вполне, может быть. Ну, вряд ли. Против Свена фармить манту, это, наверное, не самое лучшее решение. У Шторма нет никаких сайленсов, дабы... Хотя он может появиться, Руб оф зе Мейджа, да, скорее всего. Сейчас есть такая штука, что сначала Бластону, потом уже думать о сайленсе.
СКТ. Найн, что втроем, фармят их. Нормально, ничего страшного. Все делятся. Кто не жадный, Баратрум, разгон. Куда ж ты бежишь, Баратрум? Там, конечно, убивает Свена, но Баратруму проблема. Вот просто вчетвером убивают. Лансера также нашли. Вортекс, подцепили. Стан, сдается. Доппелгангер нажать не успевает. И вот этот вот разгон, и то, что не знали, где находится остальная команда СКТ, приводит к тому, что размен 1-2. Лансер погибает, который был недавно совсем топ по Нетворс, а Шторм страдал. В итоге Шторм выходит в топ-3 уже. У него 7-3-5. Свен топ-1. Ну и, по сути, эта игра переворачивается. Свен фармит себе криты, а с критами это будет вообще машина для убийств. Она и так уже машина, а тогда это будет просто супер навороченная машина. Глимс возвращает назад Шторма, стоит Сачек Шторм. Есть Шелло Грейв, очень четкий, очень тайминговый, но Мьюзика на полману улетать, улетать подальше. В итоге все живут, Рейвен побежал, но далеко не добежишь. Да, далеко уже бежать не получится. В итоге Шторм живет, но вот этот Шелло Грейв, да, он мешает. Тоже как вариант контрдума. Если давать вам вовремя и по таймингу. Дарксир покупать Блинкдаггер, о котором мы также говорили. Ну, правильно, правильно. Инициировать надо, прыгать на Свена, который с ультимейтом. Ну и на Рошане команда СКТ. Да, Свен с ультимейтом просто напиливает Рошана в секунду, плюс там плюется Бристлбэк, минус армор, ну и вот он, Айгис. За Шторм Спиритом, кстати, не за Свеном, но Свена сложнее убить, у него все-таки хп побольше. Хотя не намного, но брони побольше, хорошо, брони чуть побольше. Или нет, слушайте, а брони-то, ну под бивом, ладно, под бивом сложно считать, сколько там брони. На Шторма, разгон, попытается максимально быстро сбить. А, Егис, ну они его собьют, конечно, они его собьют. Ну а что дальше? А сейчас там вся команда смещается, Свен уже редди, Свен Варкрай нажал, танчик, пошел, БКБшечка, и сербить, и наваливать, просто куски, хотя Мьюзика чуть не отвалился, остается там 300 хп, Вэлла, БКБ почти завершилась, Незер Страйк, Павелла, Шелло Грейв на Мьюзику. Ну, файт для СКТ не совсем удачный, Браторм на развороте побежал, за Шторм Спиритом, интересно, Шторм, свейдить не получилось, в итоге минус Шторм Спирит даже не смог заденаиться. И вот он пришел, Лансер, вакуум, по троим Гнатихилл ставится, двоих перекрывает мимо, Шелло Грейв, по Годоту, минус Дазл, также проблема по Утулеш, он остается без маны, без хп, возвращает назад Вэлла, это минус 4, остается лишь один Бристлбэк, который непонятно где находится. А, он здесь воюет, убивает Дизраптора, но, что дальше, маны у Туди нет, и Мека прожимает, отчаянно воюет, но это фулл-тим вайп. Шторм вернулся, уже воскрес очень быстро. Баратрум побежал. Маны нету Мьюзики. Маны ведь нету Мьюзики. Мьюзика делает самоубийство, погибает еще раз, теряет, по сути, все заряды, которые у него были. Ну и будет падать башня номер 2 на нижней линии. Вот так вот игра переворачивается полностью. Посмотрите, какие цифры страшные. 2800 за TNC, минус 2000 за СКТ. Ну и экспа 7000 против 1000. 2, да, Свен нанес немало дэмэджа. Но Дум нанес 3700 вообще. 3700 дэмэджа от Дума. Заход на третью башню. Тут уже и бараки. Начинают бить барак мечников. Ну, отошли, да. Лучше не рисковать. Там уже Сквен воскрес почти. Не Дазли готов воевать. Ну и Шторм полетел. Да, лучше не спешить. Говорит, что все, good game, мы выиграли. Нет, еще не выиграли ни разу. Игра еще продолжается.
Лотару, брат Рума. Готов. Ну, дальше, разумеется, Сильвер Рейдж нужен. А вы Бристлбэк убивать еще быстрее, еще легче. Для того же Свена, понимаю, Клифф также будет отключаться. Брейв на брат Рума, на фулману прилетают. Мюзик, у него не оставляется маны на Вортекс. Ну, на тот момент не было. Момент точно не было. Свен, неужели пойдет до конца? Ну, не стоит это того. Да, понимаю. Прекрасно, Свен, все. Тем более, там Лотар появился, и теперь нужно думать о дополнительном вижене. Вроде Дастов и вроде Сентри. Потому что там только есть какой-то вижен у Дазла, и все. Леша все-таки такой больше выходит всеми кэри героя. Солбустер, два брейсера, Мэджик Вент. Баратрум побежал, видит шторм спирита. Вермизи, разумеется, он прибежит неожиданно, а там уже есть и X-Lucky. Нет, не успевает, понимаешь, что команда не успевает попросту прийти. Если бы успевала, то, конечно, бы ворвались. Скади от Ланстера. Ну и вот, опять же, цифры до нулей опустились буквально на несколько минут. И снова 107 тысяч за TNC. Пауза. Ну как же без них? Да, полчаса игры позади, сразу отжимается, при том, интересно. Видимо, играют ребята из команды СКТ на буткемпе. Ладно, еще достаточно, да. Да, стрэд это просто проблема. Я уж поплыл. На мейджерах, интересно, на квалификациях. Ну, как я понял, Empire все. Сегодня закончили игры. Прошли в 31-32 финала. Молодцы. Ну, что можно сказать по игре? 17-15, тут на самом деле дело случая. Все решит дело случая. Как ворвется Свен, как будет дан Дум, будет ли фармиться рефрешер. Нет, Шивас Гуард будет все-таки Шива. Может, потом рефрешер? Так, да, готово. Поехали. Поехали смотреть. Свенчик уже с критами. И скоро будет и доедалось. Если это будет доедалось, нужно оставлять байбек. Потому что тут ошибаться нельзя. Стоят голые бараки на нижней линии. И если там не будет байбека, то скушится как минимум одна сторона. Рошан. Еще не скоро он появится. Айгиса ни у кого нет, но Рошан появится не скоро. Шторма выбили совсем недавно. Два Блион Стаффа, но, наверное, уже поздновато на 33-34 минуте покупать Арчит. Хотя, опять же, я думаю, Мюзика лучше знает. Ну, я думаю, что он планировал купить намного раньше, но уж продавать Блион Стафф будет глупо. От того же Лансера подцепить, что Хек, что Арчит одинаково полезно. Пока у него никаких Манта Стайл. Нет, у него Гвардиан Грифс. Только на Дарксир нет смысла вешать Сайленс. Дабл дэмэдж лежит на ботами, СКТ ее видит, и какой-то Свен бы подобрал бы эту руну, было бы просто адово круто. Но, видимо, Дизраптор преуспеет в этом. Да, к
контролит руну. Для Лансера разгон пошел в Юзику. Он все видит, конечно же, поэтому уходит. Под Лотаром. Баратрумчик. Ну давайте хоть что-то, ребят, проверим активность какую-то. Фраги перестали вообще появляться, в принципе. Dire's middle tower is under attack. Арчит от шторма. Ну давайте, ребят, вообще ничего не происходит на карте. Все фармят. Ну, для Дума еще какой-то рефреш нужно выфармить. Шива это хорошо, но вот думить и Свена, и Бриста, ну или там Свена и Шторма, это просто будет идеально, потому что у Дазла все-таки нет столько шеллогрейвов, дабы был шанс какой-то выжить сразу у двух персонажей. Как минимум один погибнет точно, но с файта уйдут и вовсе двое. Способность надо шторму нажимать. На нижней линии Дизраптор с домом отпушивают линию. Значит, круто, конечно, можно съедать катапульту. Для Рэйвена это вообще огромный плюс. Ну, для Дума, в частности. Кидают там денег немало. Больше всего из всех вражеских крипов противника. Но ждут, видимо, Рошана. Ну, правда, непонятно, кто он еще появится. Скоро таймер запустится, там уже будет 1, 2, 3. Не боятся лезть, и те, и другие. Очень боятся. Даршана минуту, кстати, всего. Тут таймер прям благороден командам, так что через минуту будет файт. Ну, он точно должен быть через минуту, через две. Да, настолько пассивной игры уже не видел давно, когда вообще ничего не происходит на карте. Ну, ждем, ждем, я не знаю. Смотрите, смотрим на графики, вот уже прошло минут. Разрушил башню. Вот последний враг был на 28 минуте. Ну вот, наконец-то, Дум врывается, дает! Дум по мюзике, копье залетело в Вена, Свен подрубает БКБ, не знает, кого фокусить, там Незер Страйк, Вэлла стоит, пока что не может вообще дэмэдж вливать. Вакуум, стеночка ставит не очень точно, Глимер Кейп и Сэм сама не видят, Сэм живет, погибает, что он спирит просто от ультимейта Дума, Вэлла возвращает назад, Вэлла без маны, делает блинкаут, все-таки успел, стан по AU, Бристлбэк. Доппелгангер тихий просто лезет непонятно куда, отличный кинетик фил, что после этих шторм, уже был проюзан, разгон, Абаратрума, прыв. Годота, Годот, минус, есть у него байбек, проблема у Вэлла, погоня Вэлла, Шалоу Грейв, Вэлла буквально у железа, ребята, потер 4 вышку, слишком много стаков от Бристлбека висит, минус Вэлла, Климсанули, Бристлбека назад, Тьюди получают тычку от Дума, раз, тычку два, Леша делает байбек, а больше ведь ни у кого байбека нет, ни у кого совершенно, нужно идти сейчас сделать как минимум минус две стороны, один Леша будет дефить, еще через 10 секунд появится Шторм Спирит. Милите на Рошана. Тут два варианта. Но они пойдут просто сейчас на ботом бараке, да. Это реально хороший вариант. Сначала рейнджовый, потом милишну убить. Но вот наконец-то психанули команду, но TNC оказались сильнее. Баратрум. Видимо, хотел купить себе рейдж, но не рискнул. А может, он не хочет купить, не знаю.
Тихина. Мити пушит дом, что пультим. Это через 10 секунд откатится. И 20 секунд еще не будет Бристлбэка и Свена. Притом они воскресли примерно в 1 секунду. Баратрум побежал. Побежал на Шторм Спирита. Все. Это видят. Шторм улетает. Ну и Баратрум просто останавливается. Пушится и вторая сторона. 5 секунд не будет Свена. 4, 3, ну и уходят. Да. Они оставляют барак. Убили одну сторону. Дарксира, 17 уровень. 2500 и смоук СКТ. Ну, видимо, Нарошана. Куда еще? Да, врывается. Свен с блинка врывается. Также Мюзика. Пойдут ли сюда Тинси? Нету Дарксира. Нет Дарксира файте. Без Дарксира лезть не надо. Без Дарксира это может быть плачевно. Да и тем более нет и Братрума, который на базу улетел. Покупают на себя Ганим. Ничего себе. Ресурс. Не самый популярный артефакт на Баратруме, в принципе, не то что даже в проиграх, но в обычных пабах его не часто увидишь. Ну, а тут вот так вот решил испробовать новый арт. Братрум находит Вэлла. Ну, благо Вэлла успевает сделать блинка. Вот они тем более встретили друг друга взглядом, но разошлись. Что-то у них не то пошло явно. Вообще не Бристлбэк покупать себе. Асаут Кирасу. Хорошо. 15 тысяч золота преимущество команды TMC. 15 тысяч золота. Ну и по XP там около 9. Не столь важно. Ну и теперь, знаете, я понимаю, что будет примерно, я представляю, сейчас такие тимси. Так, мы записали, мы вот так вот нажали. Таймер, альт, теперь ждем. 5 минут, никуда не лезем. Вот примерно, мне кажется, такая у них идея. Они такие, ну, подпушим максимум и назад в леса фармим и ждем. Вот пока откатит там таймер, будет, сколько там было, 38, станет 43. Вот тогда мы выйдем. А до этого, не-не-не, никуда, никуда не лезть. Но с КТ ситуация немножко другая, наоборот. Ребят, у нас через 3 минуты исчезнет Аегис, и нам нужно куда-то лезть. Нам нужно идти, нам нужно воевать. Потому что иначе у вас исчезнет Аегис, байбеки у вас не останутся. И все. Ну и вот, вот они идут из КТ. Они идут в атаку. И что? Тудит номер один. Первой атаки. Мюзика далековато. Шторм, рейв на Икслаки. Икслаки получает в лицо Сайленс. Находится в глимере, но его видят. Непонятно, как я там гема не видел. Просто уходит Рейвен. Может даже БКБшечку какую-то включить. Ну и все улетают. Вот, реализация Аегиса. Убить Дизраптора это то, что хотели, ребята? Не думаю. Но как там они видели-то? Я понять не могу. Где у них вижу? Как они видели Дизраптора? Объясните, пожалуйста. Я, наверное, уже реально залипаю. Потому что у нас начался эфир в 2, уже 8. Ладно. Рейвен под инвизом, под центриами. Рейвен, но врываться в Бристлбэка давать дум не вариант. Баратрум, Баратрум, ты куда? Ты куда? Баратрум останавливается. Баратрум на лешего. Можно попробовать даже убить, но идти по тертривушку не стоит. Вэлла. Встретились взглядом. Вэлла нажимает ульту и ничего. Октарину от лешего. Ничего себе. Врыв на Сэма. Сэм не успевает ничего нажать. Дает Глиммер Кейп, но досты его нашли. Минус. Размен лешего на Дараксира. Правда, у Дараксира есть байбек, у лешего его нет. Побежали, побежали, надо идти. Байбек, Адраксера, все верно. Статик Шторм не ставится. Почему-то не поставил Дизраптор. Хотя была возможность, в итоге БКБ, Вэлла, минус. Дизраптор, секунду, дум по Вэлла.
Незерстрайк, вообще, героем, потому что там Незерстрайк серьезный с аганимом было. Погибает, здесь у него байбэк, шелугрейп, но все равно погибнет, так или иначе таймер еще до сих пор не начал запуск свой. Вэлла, минус, но очень много времени выиграл, пока что байбэк не делает. Пора бы делать байбэк. Ты чего, Вэлла, ты чего? Туди уходит, остается без маны, это же будет минус сторона, там глиф, через пару секунд Свен вынужден сделать байбэк, и глиф появляется. Как же неприятно, как же, черт возьми, неприятно для команды СКТ, что именно пару секунд там решила. На топе. Врыв. Вэлла. Вэлла ведь байбека. Вэлла ведь байбека. Нельзя здесь погибать ни в коем случае. Минус Вэн. Ну, 100 секунд его не будет. Вакуум. Стянули двоих. Начинает ласер напиливать. Шторм сбили Аеги. Студии. Студии есть байбек. Надо его делать. Надо его делать. Шторм один в поле не воин. Улетает. Пытается убить еще и Рейвена. Может даже это получится, но горит земля. Слишком сильный реген. Плюс 66. И падает еще одна сторона. Ну, как падают. Клиф нажимается, конечно, но здесь вся команда. Бристл бэк есть байбэк, Свен без байбэка не будет его гарантированно 70 секунд. Побежал Баратрум, Брейв Дума, Левел Дес, Годот, Годот, Вакуум, Шеллгрейв на него тратит. Может быть и не стоило этого делать. Мюзика, Сайленс по Рейвену, Рейвен уходит. Минус Леший, Леший без байбэка, Мюзика также без ХП, без маны. Остается Шторм один, ну и Гудгейм, да. Все равно Свен отонет 50 секунд, ничего не получится сделать никак. Ну что ж, поздравляем команду TNC, они проходят малый финал лузеров. Команда SKT данный турнир, к сожалению, для них покидает. Ну, что ж поделать, так оно происходит. Кто-то должен был победить, кто-то выиграть. Кто-то проиграть, конечно. Ну, TNC оказались немного да сильнее. 30-18, вот этот конец игры был невероятно пассивным, но TNC нашли момент, дабы пойти в бой и закончить. На сегодня трансляция заканчивает. Через 40 минут на этом же канале присоединится сюда Каспер с трансляцией матча Альянс и ЦИС Реджект. Так что не пропустите, будет нереальное рубилово. Ну и сейчас, как я понимаю, на Dota 2 Rohab 2 идет трансляция мейджеров. Все они там еще не закончились, квалификации. Open. Так что заходите, смотрите. Ну и через 40 минут заходите сюда, будет реальную рубилово Альянс и Сержект. На сегодня все. Для вас работал Лекс. Всем спасибо, удачи и до новых встреч.